Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Смерть брата-убийцы Авимелеха. Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял его. Среди города была крепкая башня. И убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города. И заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.